Сегодня в жилом доме по улице Студеной в Нижнем Новгороде произошел пожар. Возгорание началось в 12 часов дня на балконе 10 этажа. Жильцов квартиры в это время дома не было. Площадь горения составила 2 квадратных метра. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия своевременно, предотвратив распространение огня в квартиру. В тушении было задействовано 7 единиц пожарной техники. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. Происходило горение имущества на балконе. Площадь составила 2 метра квадратных. Угроза была выхода в квартиру. Пожарные подразделения сработали быстро и слаженно. Попали в квартиру, произвели локализацию, ликвидацию горения. Тем самым предотвратили распространение огня на квартиру.